я с 1 мая начальник училища, и очень даже не скучно. Уже мы и на параде походили, прошли, вы, наверное, видели по телевидению. И у нас планов очень много, значит, суворовцы будут участвовать в различных мероприятиях авиационной направленности, потому что наше училище подчиняется командованию, главному командованию Воздушно-космических сил. Ребята очень интересуются этим направлением деятельности. Мы будем помогать, способствовать, будем изменять программы дополнительного военного образования и, в общем-то, как-то, так сказать, вот подворачивать их в эту сторону. Они очень интересуются этим вопросом. Поэтому мы вот как-то вот видим вот в сторону Воздушно-космических сил и свою работу, и свои программы по доп. Образованию. И, возможно, даже у нас в планах это, значит, и первоначальная летная подготовка. Все это мы хотим видеть и хотим осуществить и притворить вот на деле, чтобы ребятам было очень интересно учиться в нашем училище.